Снимали сами и для себя. Более 40 работ на суд профессионального жюри прислали дети. Среди участников творческие студии из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Руководитель самарского киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг отметил высокий уровень детских анимационных работ и высказал желание показать их у себя в клубе. Мы посмотрели, как дети мыслят в первую очередь, и как они снимают. Потому что и работа художника, и драматургия, и режиссура весьма и весьма. Этот год для фестиваля юбилейный. Уже 20 лет здесь показывают качественное кино. Для участников проводят творческие встречи и круглые столы. Профессиональные кинематографисты обсуждают важнейшие проблемы и делятся секретами хорошего детского кино. Детей, как и многих людей, вообще взрослых, подкупает искренность. Вот. Поэтому не должно быть в первую очередь фальши, мне кажется, так. Вот. Быть искренним с ними, и тогда, возможно, это привлечет внимание. Посмотреть фестивальные киноленты можно в кинотеатре «Художественный» до 25 апреля. Тогда же состоится подведение итогов и вручение наград победителям. Валерия Макарова, Павел Пресняков. События.